Делегация з Туркменістана знаходиться у Могильові. Представники шерегу міністерства у гэтай середньоазіатской країни переймають у белорусских коллег в опыт по энергосбереганию у будавництве. У приватности у Могильові они наведали пилотный объект. Энергоэффективный шматкватерный жилый дом, что у микрорайоне Спадорожник. Дарэчы, работы на доме ведутся интенсивно, уже засвоено 65% от его кошту. Замежных гостей цікавить выкарыстанне другасных и обновляемых крыниц энергии у системах энергозабеспечения жилых домов. Мы бы хотели воочию посмотреть на практике, как проект внедряет инновационные мероприятия, направленные на энергосбережение в жилых зданиях. Все очень интересно. Много вещей, которые мы бы переняли, в частности, использование гелиоколлекторов, использование солнечных панелей.